о людях, за которых сердце переполняется гордостью. Все мы знаем и любим песню «Три танкиста, три веселых друга». Так вот, позвольте мне немного перефразировать, ведь в нашей филармонии есть три артиста, три веселых друга, которые сначала работали вместе, дружили, затем вместе пошли на фронт защищать Родину. Наши артисты являются действующими военнослужащими народной милиции 123-го полка, участвовали в освобождении Мариуполя, имеют не только творческие, но и боевые заслуги. И сегодня мы достойны высокой чести насладиться их творчеством, ведь наших вокалистов увольнительные дни, большую часть из которых они, конечно же, посвятят своей профессии, творчеству, искусству. Мне кажется, это настоящая преданность своему делу. Давайте поблагодарим их и пригласим на эту сцену.